Фазилет делает большой шаг, который создаст хаос, чтобы защитить интересы Хазан. В то время как рейд Фазилета оставляет Хазима и Синана в сложной ситуации, то, что произошло в схватке между Фазилетом и Кирими, привлекает все внимание Хазима к Егизу и Хазан. Хоть Хазим и избавляется от Кирими своими методами, избавиться от павшего на него подозрения будет непросто. Фазилет делает большой шаг, чтобы создать хаос, чтобы защитить интересы Хазан. В то время как рейд Фазилета оставляет Хазима и Синана в сложной ситуации, то, что произошло в схватке между Фазилетом и Кирими, привлекает все внимание Хазима к Егизу и Хазан. Хоть Хазим и избавится от Кирими своими методами, избавиться от павшего на него подозрения будет непросто. Хотя Хазан и Егиз избегают конфронтации друг с другом, буря внутри них не оставляет их позади. Хазан, которая боится, что с ним что-то случится из-за крови Егиза на руках, не может сделать так, чтобы ее голос был услышан, даже несмотря на то, что она кричит правду Кириме. Когда они узнают, что Егизу тоже грозит опасность, страх, окружающий особняк, теперь охватывает их обоих. В то время как решимость Хазыма держаться подальше от полиции обеспокоила Фазилет и Гикхана, и Дже, опасаясь, что что-то случится с ее сестрой, сообщила об этом полиции без чего-либо ведома. Егиз рискует своей жизнью, чтобы спасти Хазан. Пока Егэс в замешательстве и пытается понять, что произошло, когда Хазан внезапно исчезла, Хазан находится в центре ужаса. Хотя беспокойство Егиза усиливается с каждой минутой, Синан уверен, что Хазан пошла отдохнуть. Поскольку Егэс со временем теряет хладнокровие, Хазан смиряется с тем фактом, что за ее кошмаром стоит Керими. Пока Идже, которая думает, что ее сестра в отпуске из-за их последнего разговора, пытается успокоить Фазилет, целью Фазилет становится Синан. В то время как Егыс пытается выяснить местонахождение Хазан своими силами, чтобы не паниковать Фазилет, улики, которые он улавливает, выводят Егиза из-под контроля. С другой стороны, пока Гюкхан преследует свои подозрения относительно Омрума, Есемин, которой уже нечего терять, не может найти поддержку, которую она ожидала от Селин, и переживает самое тяжелое поражение в своей жизни. ЕГыс, следуя уловке, которую он поймал, становится целью Кирими, когда он пытается найти Хазан. Понимая, что ЕГЭс попал в большую ловушку, Хазан борется ценой своей жизни, чтобы защитить его. А ЕГЭС уже рисковал своей жизнью, чтобы спасти Хазан. Кирими удается заманить Хазан в свою ловушку. В то время как Фазилет, которая сходит с ума от увиденного, бросается к Хазан, чтобы потянуть веревку Синана, напряжение между Хазан и Егизом из-за фары бросает Фазилет во власть другого страха. Хазан не понимает, что случилось с ее матерью, и выбор, который ей приходится сделать, снова меняет баланс. В то время как события в особняке выходят из-под контроля из-за решимости Хазыма и неспособности Есемин смириться с поражением, использование Кирими, полученного ею козыря, переворачивает Фазилет с ног на голову. Хазан, которая больше не может избежать своих чувств к Егизу, вступает в ожесточенную битву со своим сердцем, и напряжение между Егизом и Хазан начинает расти. Хотя Хазан полностью изолирована в своем собственном мире из-за тяжести своих эмоций, она не подозревает, что Кирими представляет для нее большую угрозу. Хазим и Фазилет объединяют свои силы против Кирими, но когда Хазим просит Синана о поддержке в отношении Кирими, большая тайна внезапно попадает в руки маловероятного человека. Пока Кирими ловит Хазан в ее слабое место и умудряется затянуть ее в ужасную ловушку, сможет ли Игыс спасти Хазан от опасности, в которую она попала? Хазан пытается сдержать свои эмоции. Для Хазан путь, по которому вступает Егиз с Фарой, превращается в путь к ее собственным чувствам. Хазан, сбитая с толку увиденным зрелищем, находится в эмоциональном пробуждении, которое она не может понять, и борется с чувствами, которые не хочет называть. Это будет не так легко, как он думает, для Егиза, который полагается на свою волю, чтобы идти по своему пути, не спотыкаясь. В то время как желание Селины избавиться от лжи о ее беременности с помощью Идже вызывает конфронтацию между Идже и Есином, которая встряхнет ситуацию, Хазим, которому приходится столкнуться с ложью своей дочери, оказывается перед трудным выбором. В то время как ветер Фараха дует во внутреннем мире Хазан, предупреждение, которое она получает от домовладельца, неожиданно сводит Хазан и Егиза лицом к лицу. С другой стороны, пока Есемин и Гюкхан, связанные после того, что помнит Хазим, ждут следующего шага от Хазима, неожиданный шаг Гюкхана к Хазиму тянет Есемин за веревку. Пока Керими, сделавший своей целью Хазан, ждет, чтобы укрепить свои силы, чтобы действовать козырь, которого он ждет, приходит к нему из самого неожиданного места в то время как Фазилет попадает в очаг Кериме, даже не осознавая этого, Синан, осознающий, что Хазан начинает отдаляться от него, начинает плавать в опасных водах вместе с Нилом. В то время как Хазан, которая борется с собственным сердцем, взрывается на Яге и Зее напряжением своего внутреннего смятения, Фарах своим неожиданным ходом готовит Хазан и Егизу неприятный сюрприз. Выбор Егиза переворачивает Хазан с ног на голову. Хазим оказывается неподготовленным к шагу Синана. Хотя противостояние отца и сына очень жесткое и болезненное для них обоих, Хазим беспомощен перед лицом безумия, в которое втянут его сын. Попытка Хазан заставить Фазилет замолчать в последнюю минуту привлекает все внимание Фазилет к Егизу и Хазан. В то время как искры, которые она видит, сводят Фазилет лицом к лицу с Хазан, выбор Хазан подтолкнет Егиза к другому неожиданному выбору. С другой стороны, и Дже, узнавшая об игре Селина беременности, умудряется загнать Селин в угол. Страх потерять Ясина доводит Селин до безумия, которого не могла предсказать даже Дже. Пока Хазим пытается преодолеть меняющийся баланс в отношении Керими, он делает опасный шаг, чтобы защитить своих детей. Хазим, которому пришлось столкнуться с большим испытанием, касающимся его жизни и его детей, внезапно сталкивается с реальностью, которую он никогда не ожидал. В то время как Кирими, одержимая жаждой мести, теперь сходит с рельсов, думая, что она полагается на Синана. Хотя Хазан и Егиз являются целями Кирими и Фазилет, выбор Егиза переворачивает Хазан с ног на голову. Синан пытается узнать, кто такая загадочная любовь Егиза. В то время как Синан, ошеломленный признанием брата в любви на кладбище, хочет узнать, кто эта загадочная девушка, причинившая Игайзу боль, то, что произошло между Хазан и Кирими, дает Кирими козырную карту. Кризис Ясина между Хазымом и Идже омрачен давлением Фазилет на Селин и Шукрии. В то время как разоблачение игры Селин вовлекает Идже в ненавистную месть, Хазим как отец находится в очень сложной ситуации. Хазан, которую обманул Кирими, на этот раз сталкивается лицом к лицу с Фазилет, пытаясь защитить Егиза. Фазилет, обеспокоенная тем, что Кирими является врагом Хазан, представляет большую опасность для Егиза. Реакция Хазан на спасение Егиза заставляет Фазилет обратить взгляд на Егиза и Хазан. Фазилет, которую беспокоит то, что она видит, когда смотрит на Егиза и Хазан, принимает меры, чтобы рассказать Егизу правду о его жизни. Теперь Хазан, которая не подозревает о шаге, который предпримет Фазилет, не может остановить свою мать. Синан, которому наконец удается заставить Кериме рассказать о своем отце, переживает конфронтацию своей жизни с Хазимом, а также ужасную правду, которую он узнает,